Во-первых, поздравляю с победой. И первый вопрос. Расскажи, пожалуйста, как вы готовились к этому матчу, потому что было видно, что вы очень такой решительно, с решительным настроем вышли на эту встречу. Спасибо за поздравления. Ну, настрой был у нас боевой, не сказать, что там как-то готовились, где-то тренировались. Ну, где-то кто-то сам, а именно что вместе мы не тренировались. Но был настрой очень боевой, потому что кубок мы хотим, ну, зацепиться. У нас стадия 1/4 финала такая, мы, ну, никогда не проходили в кубках ее. Поэтому очень хотели победить и проходить дальше по турниру. Что вроде получилось. Ну, команда Военной Академии Связи очень хорошая. Очень боролись в первом тайме. Ну, они очень высокие, нам было очень тяжело, в воздухе особенно. И борются до конца, играют, поэтому было очень сложно, несмотря на счет такой. А как считаешь, какой момент стал переломным? Может, какой-то мяч в этом матче? Ну, переломный, наверное, был момент с пенальти. Это, по-моему, мы четвертый мяч забивали. Вот я считаю, что этот момент и стал именно переломным. Мы продолжили, ну, как бы давить на команду, и получилось реализовать свои моменты, поэтому так получилось, что мы оторвались в счете, и нам уже было в этом легче. И почему как раз вот в конце матча прям один за другим мячи, причем в обе стороны? С чем это связано, как ты думаешь? Ну, я думаю, что после счета 6-1 мы немножко как-то подрасслабились, а Военная Академия Связи, ну, как бы им уже нечего было терять, они шли вперед, и поэтому получилась такая перестрелка у нас голевая с ними. Там вроде еще оставалось минуты 3-4, тут за 3-4 минуты можно все что угодно сделать, любой удар, любой там отскок, гол, тем более такая погода, мяч скользкий. Вот, поэтому, ну, считаю, расслабились небольшая наша, дала такой вот сбой небольшой в защите. Все, спасибо большое, удачи.